Благодарю вас за помощь. Вы позволите поцеловать вам руку? Нет, это не совсем удобно. В знак благодарности? Да нет, не стоит. Вы так горды? Ну, конечно, паяц, шут. Разве он смеет поцеловать руку знатной даме? А если бы этот паяц набрался бы смелости и сказал: «Я люблю вас». Так просто. «Я люблю вас». Но ведь вы видите меня впервые. Может быть. Может быть, наши дороги пересекались когда-то. Я, возможно, вас встречал, например, в парижской опере или в венской оперете. Или на скачках. На скачках? Быть может, вы судьба бойца? Итак, я уже героиня романа. Будем считать, что это начало романа. И каждый роман начинается словами. Почему?